Вот водичку можно набрать. Вот люди набирают. Есть детская площадка. Не, вы можете взять еще раз, там? Вот она. Полицейский садок, сквер по улице Ивана Федорова. Вот так вот хороший, чистый, ухоженный парк, сквер. Все очень хорошо, культурно, цивилизованно. Есть где спрятаться от солнца. Между деревьев, парнов, лавочек, ур. Туалетов нет, конечно же. Людей хватает. Много разных памятников. Вот капитана Петько, воевода, вот такой вот памятник. Там вот дальше памятник еще. Здесь один, сейчас я подойду поближе, сниму вам. Кстати, вот на месте этого ресторанчика Кувшин раньше были общественные туалеты. Вот так вот. И вон тут поговаривают, что находится неофициальность Кувшин. Это вот СБУ, Служба безопасности Украины. Постоянно собаки тут лают у них. Вот оно. Вот ресторан Кувшин. Вот фонтанчик. Этот парк такой небольшой. Неуютный. Вот еще один памятник. Генерал Хосе де Сан-Мартин. Есть билеты, где водичку можно набрать, попить.